Хе-хе, ребята, всем привет! Как и обещал, мы с Юлькой приехали сегодня кедры собирать. Но жара у нас стоит. Уже 11 часов дня, 37 не меньше. За нашими кедр видно. Тут много кедров. Сейчас квадрокоптер с собой взяли, полетаю, я покажу вам, где тут что находится. Деревня стояла большая. Соломина эта деревня. Здесь табличка даже стоит. Посмотрим. Поздно приехали, тоже кедры все пособирали. Надо, конечно, пораньше было. Мы когда на той неделе было, и то больше шишек было. Но они падают, уже отпадают. Ветер небольшой и сыплются. Не знаю, сейчас так пособираю, может, на дерево сложу. Посмотрим. Тут много деревьев. В общем, смотрим, не переключается. Будет вам интересно. Сегодня я буду шишкотрясом. Такая профессия была, я уже рассказывал. Шишки, если кто собирает, их шишкотряс. Они деревья трясут. И шишки падают, залезают наверх. Сегодня ими поработаем. Погнали. Мы тут идем, и уже шишки на земле валяются. О! И камера. О, камера, да давай я в карман ее брошу. Смотри, белочки объели. Вот это белочки объедают, и орехи. Здесь, говорю, шишек даже не на, ребята, наверное, нам на дерево будут лезти. О, Юлька, тут все усыпано шишками. Они уже отпадают. Вот они уже, слышишь? Да. Юлька будет собирать, хотела на дерево лезть, я ее не отпускаю. Говорю, упадешь еще? Все, еще впереди. Ты сильно не морайся, смотри, они в смоле. Так. Во, что хотелось показать вам. Деревня Соломина. Там вон проклятая яма, осенью съездим. Вон, Юлька, проходит шишки все. Вон шишки. Они же вот так падают с крон. Так они, видишь, уже кто-то съел. А, нет, так это не бери. Бери, которые не съели. Вон кедр стоит, там кедр стоит. Тут еще змею мы видели в тот раз. Приезжали, мимо проезжали. И была змея. Опачки. Какие-то мелкие в этом году из-за жары, наверное, да, они? Они так-то? Они должны большие быть вообще. Змею вот здесь мы увидели, она на солнце сидит. Ну, сидела. Да. О, вот здесь деньги лежали, да, кто-то забрал в тот раз. У тебя фотография осталась, это? Хотя, нет, может, ты удалила. Нет, я ее удалила. Удалила, жаль, а то бы я видео прикрепил. Ты же сам сказала, чем ты типа фотографируешь. Вон. О, так мы, наверное, Юлька сегодня целый пакет наберем. Потому что если мы сейчас пройдем по всем кедрам, нам не надо будет лазить. Рябина. Интересно, интересно. Самые большие съели белки. Белки, но. Так тут так-то не съели, тут еще есть. О, тут другой есть. Все. Эти такие вот не бери. А это червяки их едят. Вот дай я покажу. Вот такие. Видно, что их. Это не червяки. Нет, они какие-то эти короеды их едят, вот эти шишки. Личинки, да? Да, это фигня. А они потом другие шишки съедят. О. Так, так, так. Шишечки кругом. О, какая большая. А, это поедено, это наша же. Держи. Сейчас на другие пойдем деревья. Кедра мы все собрали. Пойдем к тому. А когда летать-то будем? Попозже? Мы еще туда сюда, или там нету? Там ты что, там еще 20-30 деревьев стоят. Вон они, их видно. Давай сначала все обойдем, потом полетаем, я сверху покажу, где мы ходим. А на этом и в тот раз было не очень много. Они, видать, которые плодоносят, а которые не плодоносят. Тут два даже целых дерева. Тут уже люди ходят. Он показывал, что мы тут не одни. Надо было, Юлька, на той неделе к нам, когда мы с тобой, помнишь, заезжали. Тогда еще никого не было. Тогда мы с тобой набрали целый мешок.
А? На. Что ты куда полезла? А ты куда полезла-то? Там Шишкина еду. Куда ты полезла? И чё ты куда полезешь? На ней шишек-то нету. Давай я. На, держи камеру. Чё? Надо ветра хорошего. Надо лезть на самую верхушку. Слезай давай оттуда. Юлька на дерево залезла. А ты что, упадешь оттуда еще? Пошли вон еще под те сходим. И туда сходим. И туда. Ты где по деревьям научилась лазить? Я умела. Умела? Давай я приму. Расскажи, как там оно? Сверху вид. Что рассказывать, Дима не разрешил на верхушку. Нечего тебе там делать. Вон, ты еще туда сходим. Туда сходим и туда. Сейчас так наберем. Они уже все опоздали мы с тобой, Юль. Надо было на той неделе, когда мы приезжали, усыпано было. Походу, дождик когда был на неделе, ветром качнуло, и все шишки осыпались, и их собрали уже. У дедушки полный был пакет. Какой у него? У нас меньше. У него меньше, чем у нас было. Ты че? Мы там-то успели обобрать с той стороны. Вот туда пойдем сейчас. Так он отсюда и шел. Че, есть, но мало. Очень мало. А мы с тобой сейчас еще на реку съездим, да? А? На реку сейчас съездим, еще магнит покидаем. Магнит за шишками. Во, шишка. Плохо он собирает, у него зрения нету. Только где-то мы маленькие. Упал. Че, плохая? Вон. Есть, но они какие-то маленькие здесь. Да? Перешли мы к следующим кедрам. Мужичок тут не все собрал шишенечки. Они просто не выпали. А ветра нету, был бы. Вот вчера мы с Коляном ездили. Вот там немножко ветерок был, так они прямо при мне падали, эти шишки. Сейчас посмотрим, сколько наберем. Только опять полезла. Не слушается меня совсем. Там дальше сучков, Юль, нету. Зря туда полезла. А я не вижу вообще их. Шишек-то? Нету, слазь давай. Все уже собрали до нас. На трясти там, где шишки есть. В квадроцикле. Вот, вы сейчас посмотреть. Так отсюда не увидишь, надо сбоку смотреть-то. И все равно под кронами должны идти. Эх, опоздали мы чуть-чуть за кедрами, Юлька. Ну не вчера, да, на неделе. Надо было нам на той. Когда мы мимо проезжали, тогда бы мы набрали. Ну ладно, у нас есть тут уже. О. О, такие нездоровые. Смотри, веревочки где-то привязывают. Нифига не видно у меня. А там вообще лента красная. Кто-то здесь столик поставил и пикник делает. И полотенце осталось еще. Шишки кто-то говорит. На белки собираются на лес. Наверное. Все, опоздали мы. Давай сейчас полетаем. Посмотрим здесь над верхом. Сколько кедров покажем.
ни одной шишечки нет. Нету нифига. Все собрали. Так, ребята, шишки мы пособирали. Юлька на дерево полезла, а я не полез. Чего, покажи? Вот сколько мы набрали. 20 килограмм почти шишек. Ну, мы еще с Колей там пособирали. В общем, отправим лучшему донатеру. А может, так, кому-нибудь это отошлем. Меня уж просили прислать шишек. Почему-то у вас там не растут они. Мы сейчас, наверное, поедем. У меня это... Все губы в этом смоле от шишек какие-то. Поедем сейчас мы на реку, на мельницу, взяли свой поисковый магнит и покидаем. О, шишка, смотри, какая большая. Или это я выкину? Точно, я выкину, наверное. Не нравится. Шишек много. Много, но уже все собрали до нас. Так что не переключаемся, сейчас мы поедем в другое место. Здесь был лес кругом. Это водовод сейчас тянут. Расчистили они водовод по лесу. Здесь в лесу домик стоит охотничий. Прямо в лесу был. Вот такие иногда охотничьи домики находишь. Ну, старые, которые уже не существуют. И, соответственно, находочки здесь присутствуют. Там скелетик. Кору какую-то. Ты чё, Юлька, куда? Полезла. А что тут? Тут, наверное, охота открывается. И охотятся. Ну, такой прямо в лесу стоит. А сейчас дорогу-то провели, и они обнажили. И мы мимо едем. Смотрю, дом.
Интересно. Чё ты? Знаешь, дом на какой похож фильм? «Зловещие мертвецы». Корова, чё по рогам-то, видно же. Я общие планы беру. Прикольно он так смотрится. Там, да, охотники, вон они там стреляют, поэтому мишень у них стоит. Беседка шикарная, шашлычки жарят. Да. И вон по дороге-то, видать, здесь заезжали раньше. Вон она. А этого-то не было, в лесу она так стояла. Ну да. Чё, корова? Корову завалили, съели. Прикольное такое место. Нашли, сделали. О, даже этот есть. Термометр. Что-то он такой неправильно кажет. 27. 27. А сейчас как раз прохладнее. Чё, поехали? Лесенка. Не знаю для чего. Вот такие места в лесу интересные попадаются. Что, помыться, что, побриться? Да. И огорожено здесь все. О, там истукан, пойдем. Это же сектанты опять, людоеды, ёкаламане. Как в тот раз мы с тобой ездили. Никакие это не охотники. Точно, сектанты, людоеды. Молодых девственниц тут едят. Едят. А что с ними делать? Ну так потом-то съедают. Точно. Жертвоприношение. Да, хлеб даже дают в рот вон. Поехали отсюда, а то нас тоже съедят. В жертву принесут богам своим. Прикольный домик-то такой. Давно стоит, вон уже эти подкаты на угла сделаны. Ну, кошечка, посмотри. Не, там мертвая, наверное. Че смотреть-то? Ты как они основательно закрыли? Ну так что? А что там в окошке? Вряд ли мы что увидим. Все закрыто. На фонарик. Вообще ничего не видно. Вообще ничего не видно. Да мне кажется, там трупы. Ну, трупы людей там. Возможно. А здесь штора закрыта. Да. Здесь зимой они еще бывают. Видишь, все замазано и затеплено. Угол как сделан, интересно. О, такой мы дом нашли тут. Старообрядческий, людоедский. Что-то черепков-то не видно. Закопают, наверное. Да, это чтоб что, тепло не выходило. Значит, и зимуют тут тоже они. Все, поехали давай. Поехали, поехали. Вон, видишь, предупреждение, что не заходите, съедим вас. Я сначала думал, это рога, а это они пенек так сделали. Красиво, да? Дождь опять какой-то. Идем дальше. Попали мы с Юлькой под дождь. Она говорит, грибной, пойду порасту. А я спрятался под этими. Под листьями. Иди сюда, Юль. Какая радуга, дожди нахлещет. Здесь поле было раньше. Тоже все заросло, сейчас березовая роща. У нас почему-то все поля березами зарастают. Почва такая, что ли, фиг знает. Сейчас дождь переждем, поедем дальше. Че, я в дождь не хочу мочиться. Морега поливает. Приехали мы. Сначала на переправу походим. Магнит на 300 килограмм односторонний. Очень опасная вещь. Пальцы, если попадете вместо пластины,
Пальцы сразу же не будут обрубать в лед. Сейчас мы попробуем найти здесь кусочек золота, спрятанный в железной коробочке. Многие спрашивают, какое золото на магнит. Мельники всегда прятали золото в коробочках железных и опускали в воду. Сходи, Юль, покажи, переправуем. Я пока привяжу. Сейчас Юлька вам покажет. Прокомментируй там что-нибудь. Только не упади там с моста-то. Ну как, высота большая? Нет, небольшая. А ты с какой стороны будешь? Переправа-то была. Я говорю, с какой стороны будешь нырять? Мышь дохлая валяется. Переправа была вот там. Где? Мы будем сейчас опускать здесь. Вот там была переправа. Я забыл, как магнит вязать, прикинь. Так, как это вязать-то его? Ты не помнишь? Не знала и забыла. О, вспомнил. Раз. Два, три, потом оп, и все, и просто узелки начинаешь вязать. Поиск с магнитом начинается. Сейчас я на голову GoPro поставлю, из GoPro поснимаем, что мы тут наладим. Места здесь шикарные, между прочим. Красота. Вот здесь переправа была, здесь где-то стоял дом мельника, по-моему, вот там по картам, по старому. Мы его в тот раз искали, не нашли. Фиг знает, где-то вот, да, вот там он, был дом мельника здесь. Даже фотографии, говорят, есть. Кто-то очевидец все обещал мне показать. Не помню даже, кто уже, но нету. И вот здесь она в разных местах меняла. Здесь они, моста не было этого, на телегах они здесь переправлялись. Вот здесь, здесь, везде вот они. И мы сейчас в реку поопускаем. Это вообще не было моста, что ли? Не, они в другом ели, потому что сносило льдом. Река раньше хорошо разливалась и все разламывало. Это вот сейчас повыше подняли. Хотя, может, и ставили, но телеги всегда вброд переходили. Я когда маленький был, он там деньги прямо на дороге после дождя вымывало. Находил в Николаевске. Ну что, приступим? Угу. Итак, начинаем. Веревка у нас длинная. О, какая! Так, давайте сначала с этой, наверное, стороны. О, хватит ли? О, тут глубина такая. 300 метров. Как бы не упасть. Думаешь... О, есть, есть. Блин, там такая железяка. Что-то по течению его сносит магнитик-то. Что-то было там, ребята. Но непонятно что. Вот так надо дергать. Один раз был зацеп большой, тяжелый. О, есть. Это сваи. А откуда здесь сваи? Не просто замылило, наверное. Вот надо потихонечку вот так поднимать. Поднимать. Что-то есть. Ого, тихо-тихо. Слабоват на 300. Вот на 400 у меня было, ребят, которые в тот год уронили. Что там, не высовываться еще ничего? О, что-то вроде тяну. О, балка железная, смотри. Вон, вон, вон. Вон, 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 я вижу. Сейчас я ее постараюсь высадить. О, такая жирная железяка, ребята. Вот это да. Смотри, какая интересная штучка попалась. Чё, монет нету? Не-а. Магнит замусоривает. Надо все равно брать двухсторонний всегда магнит. Это односторонний. А чтобы с этой стороны вот так вкручивалось. У меня вот такой был из двух сторон. Он по дну вот так ползет. А этот только сверху в колодцах, да еще где-нибудь. Ну вот этот рымболт-то, который... Так, давай эту железяку выкинем отсюда. Нафиг она нужна здесь. У меня ничего не получается ее выкинуть. О, сюда ее.
сначала на переправе, потом на мельницу еще съездим. Так, конечно, неудобно это сверху все кидать. Смотри, тут какая высота страшная. 3. Какие еще показания? Откуда? Не упадешь, там нормально держится. Только ты это, не падай. О, здесь что-то тоже есть. Сейчас, погоди. Вот я хочу здесь походить с этим. Нынче так и не успел. Со скубом. Вот здесь прямо по этому месту походить не глубоко. И все равно что-нибудь зацепим. В этот год планирую. О, опять смотри. Есть. Не, не рыба. Что-то есть. Ах. Надо расшатать, потому что это... Да, что-то есть. Но магнит не может взять. Заиливает. Смотри, тут старый мост был. Ну. Может, это его. Может, скобы какие-нибудь. Мы сейчас еще на ту сторону уйдем. Моста. Что-то я тут ненадежно как-то стою. О! Смотри, что-то, ах, срываться. О, что-то я тяну. О, что-то тяну вроде. Тяну потихонечку, ага. Походу сундучок с золотом. О, ушло. Балка, видела? Большая, вон она. О, такая железяка жирная. Вот это железяка. Он ее сносит. Здесь где-то вот она. О, вот она. Да, какие-то. Их срывается. Слабоват 300 килограмм. О, опять железяка, смотри. От колеса, походу, да? Давай, иди сюда. О, есть. О, не от колеса, это. Да мост крепили. Вот эти связки, вон они. Что-то золота нету. Хреново. Зато железо можно набрать. Магнит нет. Хочешь попробовать? Вести хочешь? Рыбу выловишь. Сырую. Пошли на ту сторону. Здесь ничего нету. Его сносит туда под мост. Соответственно, надо кидать, значит, вот в эту сторону. Во! Смотри, тут даже дно видно. Вон, здесь не глубоко. О, опять прилип. Ты садись, чтоб тебя не качануло чуть-чуть. Ничего не вижу. Че, вон дно, вон. Не туда смотришь, Юль. Вон, камушки. Видишь? Не вижу, но какие-то мутные. Ой, я уже что-то поймал. С первого заброса. Ребята, сундучок золотой. О, опять эта штука. Сколько тут их? Где автоматы? Где оружие? Тут же эти на войну броневики ехали. И, соответственно, это провалились под лед. И тут автоматов много должно быть. Ну, старожилы рассказывали. Может, обманули. Жулики. Им тоже доверять-то.
соврут, дорого не возьмут. Я вот сейчас, наверное, что-нибудь съел, ты не хочешь? О, опять железяка. Что такое? Сколько тут железяк? Можем вот такую свою еще поймать, да? Смотри, вон скобы. Тоже от старого моста шло. Он в разных местах-то был. Здесь, здесь, здесь. Вон там еще от моста свои остались. Походить бы по озеру. Ну, вот здесь. В плане как походить. О! Что-то было. Вот здесь что-то есть. Ага. О! Срываться. А нет, гвоздь. Это, как его, магнитная поверхность забита грязью. Мы на переходах-то ходили. Ой, мы, говорю, я ходил. Там даже монетки прилипали. Заморалась, Юль. Сейчас я тут прощупаю, поедем на мельницу, там еще покидаем. На переправе ни хрена нету золота, а на мельнице может есть. Там что-то вон кругленькое видно. О, вот здесь что-то я зацепил. Так, давай, 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 давай. А я что-то тяну. Смотри. Оп-оп-оп, срываться. Срываться, срываться. Смотри, Юлька, что нашел. О. Вот это да. Это очень старые вещи. Надо их только с моста убрать, эти вещи. То мы обратно не проедем. Так, ну что? Я предлагаю на мельницу ехать. Как думаешь? Поехали на мельницу. Там покидаем. Приехали мы на мельницу. Ты-то что, потом поснимаешь? Пойдем с магнитом. Так, вот здесь аккуратно надо. Здесь яма. Яма. Сюда не ступать. Оп. Что, перелезешь? О, река поднялась, что ли? Где-то я в тот раз тут видел гвозди большие. Ты стой здесь, никуда не ходи. Я полез туда. О, я уже железяку вижу жирную. О, хрен ты ее достанешь. Вон она. Слабоват. Зажала. А во, еще железячка одна. Неудобно как. Сейчас достанем. А, она вбита в это бревно.
тоже неудобно. Тут все прогнило. Все прогнило, ходить опасно. Стой там, никуда не ходи. Что-то у меня зацеп какой-то, блин. Веревка зацепила. Блин. Мошка еще в глаз попала. Юлька, у меня борода. Как так-то? Что запуталось все? Во! Во-во-во-во-во! Тут глубоко, как-то. А? Не слышу. Прилипла к чему-то. О, тут так опасно. Все видно? Все видно. О, черемуха. Там черная смородина есть, хочешь, принесу? Вот такая, а? Ты не ходи сюда. Ты здесь разобьешься сразу. Там есть черный муха и черная смородина. Будешь? Сейчас я тебе принесу, на. К камере только не прислоняй. Пойду рискну. Блин, тут все гнилое. О, крупная. А, уже дошла давно, садовая-то. А здесь есть. Да не садовая, это дикая. Пойду, а там еще кину пару раз. Здесь сверху что-то лежало. Они сгнили уже, верхние-то. А гвозди остались. Золота нету. Что-то даже скоб нету.
подозрительно. А? Кто? О, что-то есть. Ох, отцепляться. Вот здесь что-то есть. Но не дается. Крыса дохлая, что ли, он там? Крыса дохлая. Комара съел. Ничего тут нету на этой мельнице. Тут только опасности одни. Упасть в воду. Но красота. У меня спиннинг есть, можно кинуть пару раз. И щуку выловить. Как тебе? Я блесну здесь потерял. Мы тут летали уже. Я, может, вставочку сделаю с полетов-то. У меня где-то записано здесь. Смертельный номер, как я возвращаюсь. Оп. Фу. О, ребята. Все у нас на сегодня. Такого путешествия. Шишек собрали, с магнитом порыбачили. Ни хрена не клюет. Что-то на магнит. Шляпа, в общем, полная. Фу, жарко, душно, блин. У нас уже середина августа, все равно жарит. Я вон весь потел. Так и катаемся. Места здесь красивые. Вообще шикарные. Рыбачить не будем. Потом. Так что спасибо, кто смотрел, кто не подписан на канал, подписывайтесь. Я не знаю, когда это видео выйдет. Может зимой, может осенью. Ладно, посмотрим. А может завтра. Нет, следующий день точно. Может на это. На следующей неделе. Подписывайтесь на канал. Да. И всем пока. Удачи. Очередной сигнальчик. Ой. И выпала монетка. Смотри. 2 копейки, походу. Точно. Две копейки. 1979 год.